Здравствуйте. Наш кикбоксер Аршат Джафаров дебютировал в боях на Кубке мира. Официально турнир носит название World Cup Diamond. И в медали призеров и победителей инкрустирован бриллиант. В Уссурийске благодаря кикбоксерам уже есть 5 уникальных медалей с драгоценным камнем. Копилку ценных наград сумел пополнить и Аршат Джафаров. В этом году на турнире он был единственным бойцом из Приморья. Впервые воспитанник Андрея Подоплелова принимал участие в подобных боях. На турнире выступили бойцы из 12 стран. В целом 900 спортсменов провели схватки. Аршат первый бой провел с кикбоксером из Ирака и выиграл соперника досрочно во втором раунде. Галофинал Джафаров провел с Никитой Даниловым из Волгограда, но с минимальным преимуществом уступил оппоненту. Аршат – обладатель серебра на Кубке мира. У кикбоксеров сейчас активно идет работа согласно соревновательного календаря. А вот автомобилисты закрыли этот соревновательный сезон. В этом году пилоты стали участниками чемпионатов по дрифту, ралли и триал-трофи модели масштабом 1 к 10 с электродвигателем. Дальневосточные соревнования по ралли стали самыми продолжительными. 8 этапов прошли участники с прошлого декабря. В рамках ралли были ледовые заезды, затем дождливые весенние и знойные летние. Дебютным стали гонки в формате RFC для автомоделей. Триальные секции с использованием лебедок миниатюрные авто проходили впервые. Организаторы сделали точную копию мировой гонки Rainforest Challenge для внедорожников, один из этапов которой проходит в нашем округе. Модели проезжали также множество коротких спецсекций на время с элементами триала. По итогу сезона уссурийские пилоты заработали больше всего наград на чемпионатах в разных классах. Сейчас для автомобилистов началась пора подготовки и уборки трасс, и работы над будущими болидами к следующему сезону и зимним гонкам.